Я написал в прокуратуру города Новотроицка, там встретил понимание, и в администрацию тоже написал, потому что создается угроза жизни людей. Таксисты сюда не едут, скорые, пожарные тоже как бы... Ну, им будет сюда проблематично доехать. Создается угроза жизни людей. Вот, допустим, конечно, если оправдать эту логику с дорогами, у нас получается это получается не заповедник, а заказник губерлинский. Но тогда, если вот в рамках этой концепции, если сделать заповедник, чтобы здесь люди не находились, тогда мне вот как бы все объяснимо. Отсутствие дорог. И, ну, я потому что я не могу назвать это даже дорогами. Тогда как бы все сходится, если в рамках этого, в рамках заповедника лесом здесь будет очень вольготно.